Всем привет! В этом выпуске расскажу о мини-погрузчике GSB-270. Эту технику я заснял на крупном фестивале Old Kart Land. На этом крутом фестивале было много разной техники и автомобилей. На канале можете найти много обзоров про автотехнику с этого фестиваля. И теперь немного расскажу главные характеристики колесного мини-погрузчика. Мини-погрузчик с бортовым поворотом на пневмоколесном ходу. Оснащен погрузочным ковшом, фрезой барабанного типа, гидромолотком, поворотной щеткой без бункера, снежным отвалом. Производитель США, год изготовления 2018. Мощность двигателя 82 лошадиных силы. Максимальный вес груза 1200 кг. Делитесь впечатлениями, комментируйте видео, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!